Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 276. Политика. Хотя вы и не участвуете в выборах, но кого бы вы хотели видеть президентом России, Ельцина или кого-нибудь другого? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никого из правителей я не знаю, о ком мог бы сказать, что он добрый христианин, имеющий страх Божий, водимый Духом Святым, бесстрашный в борьбе за правду, любящий свой народ, стремящийся поступать по Слову Божию. И так как таковых не знаю, и думаю, что там их нет и быть не может, поэтому и желать я никого не могу. Доверяю все Богу. Я желаю, чтобы Бог послал мудрого, богобоязненного, ответственного правителя, такого, каким был царь и пророк Давид. При Давиде тюрьмы и лагеря были пустые. Вот программа «Минимум для правителя России». Псалом 100, с 1 по 8 стих. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь, буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребные, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящая ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев с земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.